Здравствуйте, Дон Грачёза. Здорово. Как ваше ничего? Прекрасно. Слыхал сегодня в фильме, в каком-то ты снимался, в суровом. Ой, блядь. Дурак дураком. Сплошная рогановщина, да? Да. Дьявольщина там. Дьявольщина, рогановщина. Лютая нахуй. Трэш, короче. Трэш. Как фильм называется? Слышал, это, вторая часть. Бей китов каких-то. Мы будем бить китов. Да. Мы будем бить китов. Слушай, тут вскользь я услышал информацию, блин, что ты вот сам-то тощий, фигуру вроде блюдешь, ага. А килограмм пельменей сожрать можешь. Ну, сожрал, ёпта. Сожрал? Сожрал, когда ж ты сожрал? Еще оливьерки, блядь, ёпта. Сверху придавил. Сверху придавил. И скорую мне нахуй вызвали. Ёпта. Пиздец, нахуй. Смотри, а нахуя ты столько их жрал? Ну, хотелось. И сверху оливье еще, блин, захуячил. Конечно. Охренеть, блин. А кто больше тебя может что сожрать? Откуда ж я знаю, ёп, не соревновался. Ну, акулик разве не это самое? Ну, этот только может ведро грузу захуярить, ёп. Ведро? Ну, а что? Какое? Вот это, 10-литровое, большое. Ну, пластмассовое такое, блядь. Короче, блин, я хочу эту историю. Расскажи мне, как дело было. Ну, как, клизму поставили, да и все. Нахрена он только грушу-то жрал? Ну, хотел, ну, самогон, нечем было закусить, ёп. Ага. Ну, и сожрал, блядь. Что, выпил стакан самогона и сожрал ведро груши? Ну, не стакан. А, не так стакан. Это он потихоньку его жрал. Ну, ясный хрен. И что? Ну, все равно, они же крепят, ёпт. А, крепят. От этого же пиздец, ёпт. И самогон не лезет, и ничего не лезет. Самогон-то лезет всегда. Не выходит. Да. Не выходит. Просто не выходит, нахуй, да. Потом ночью хуёво, ёпт. И что, опять скорую вызывали? Ну а как еще, ёпты, что делать нам? Блять, что вы всю дорогу скорую себе вызываете, блять? Да не мы. Жрете без ума, потом срете без памяти. Если бы могли бы посрать, бы было бы нормально, ёпты. А то клизму делать надо, ёпты. Ой, жуть-то какая. Ну, ведро как вхуярит в жопу, блять, ёпты. Короче, пожрать. Ходишь, ты хуй возьмешь. Пожрать вы нихуя не дураки, блять. Ну, и выпить, и закусить. Да. Понятно. А потом пожрать и выжрать. Да, пожрать и выжрать. Ну. Че там, графа Агыгу ты видал? Принца Агыгу видал. Ну, он был не трезв. Видал, я подходить не стал, да. Опасаешься. Да. Всяческих разговоров, приставаний спросит, куда идешь, блин, ёпта, а я с тобой. Родненький, блин. Родненький. Он у Мишутки там нахуярится, блин, ёпта, этой кислоты, блин, всякой нахуй. Аккумуляторную кислоту. Да. Продает. Ну, и вообще, и пиздец, ёпта. Хорошо. Ну ладно, давай-ка накатим или что там будешь делать, потом продолжим. Да там уже налитые. Да, а что ты жрешь, что там? Чего, самогоночку вкусную. От группы подвал. От группы подвал, ага, понял, все, гуд.